вкуснейшие половинки картофеля с пикантной начинкой из грибов и сыра. Помощь нам мультиварка. Она поможет сэкономить наши трудозатраты и уменьшит количество грязной посуды. В начинку можно использовать любые грибы и добавить сметану, кусочки бекона или курицы. Досмотришь инвидо, и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте все ингредиенты. Картофель почистите, разрежьте вдоль пополам и удалите середину. Грибы и петрушку нарежьте, сыр натрите на терке. Перемешайте, посолите, добавьте половину масла, начинка готова. Ставим лайк и подписываемся. Выложите начинку в картофельные заготовки. Каждую картошку выложите в чашу мультиварки, влейте оставшееся масло, готовьте на режиме тушения 45 минут. Приятного аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Картофель 1 штука, крупный, шампиньоны 100 грамм, петрушка 4 штуки, сыр 40 грамм, соль по вкусу, масло растительное 50 миллилитров, количество порций 2. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. До новых встреч!